Всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы будем распаковывать посылочку от Виджела. Дело в том, что совсем недавно Илюха написал мне о том, что мне вышлет какую-то посылку, не сказав, что внутри. И вот сегодня мне пришло уведомление о том, что мне пришла какая-то посылка. И, как оказалось, эта посылка именно от Виджела. Если вы вдруг вообще не имеете понятия, кто такой Виджел, то это мой друган, с которым мы записывали несколько видеороликов и с которым по вечерам играем в колду. Короче, это мой лучший друган. Если что, у него тоже есть канал, поэтому переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Честно сказать, я вообще не знаю, что он туда присылал, что там вообще внутри и для чего это. По его словам, это просто дружественная посылка, которая должна принести некие приятности и просто мне понравится. По первым ощущениям скажу так, что эта коробочка не прям уж и большая, поскольку она уместилась в простой пакет. Если же ее повертеть и послушать, что же там лежит, то можно предположить, что здесь есть мелкие объекты и они как-то похожи на крошки. Если там будут сухарики, то это будет смешно. Что туда можно положить и что можно прислать мне, я вообще без понятия. Но Илюха сказал, что эта посылка мне должна очень понравиться. Ну, знаете, если учитывать нашу дружбу и как мы общаемся, то, в принципе, в этой посылке может быть все что угодно. Ну, можете вспомнить, что я ему вообще прислал. Ты, блядь, охуел или что вообще? Если вдруг кто-то не смотрел предыдущие ролики о том, как мы покупали Xbox One и как он его распаковывал, то переходите по ссылочке, она будет и в описании, и в подсказках вот здесь, и смотрите, ролики получились действительно интересные, поэтому всем советую, плюс это некое начало к такой вот рубрике посыл. Давайте все-таки раскроем и не будем томить, потому что ужасно интересно. Фух, ну, давайте раскроем. Мы ее почти раскрыли. Была не была, я не знаю, что там будет. Так, окей. Если что, здесь простая коробочка. И здесь какое-то письмо. Я ему тоже писал письмо, и поэтому давайте его зачитаем. Здорово, страшный, это Виджел, тот самый, который прислал тебе эту посылку. Я вложил в нее душу и то, что там содержится, сделано мною лично. Я несколько часов пыхтел над тем, чтобы создать этот шедевр. Мой труд буквально вышел из меня. Надеюсь, тебе очень понравится. Как-то двояко, да, ребят? Я благодарен тебе за то, что ты покупал для меня игры, которые мне не сперлись к херам. Ибо они есть в подписке Xbox Game Pass. Благодарен за отправку Xbox One S и вообще за все благодарен. Ты лучший друг, это факт. Илюха, большое тебе спасибо. И если кто не понял шутку про игры. Дело в том, что когда он был в армии, он просил меня покупать ему игры, ну, которые были по скидке. Дело в том, что все игры, которые он купил, они оказались в подписке Xbox Game Pass, и они ему, по сути, нахрен не сперлись. Ладно, идем дальше. Microsoft, суки, платите же ему, он за вас топит, в отличие от остальных, а вы даже ссаный бандл заслать не можете. Не надо так, спасибо. В любом случае, этот подгон для тебя, надеюсь, ты дочитал до этого момента, и, короче, ты жаба. Если вы не поняли про рофл с жабой, то это такой локальный мем, в котором Илюха называет меня жаба Максом. Да. Насчет посылки, там использован суперклей, поэтому аккуратнее вскрывай, это сделано для того, чтобы ничего не помялось. Так что наслаждайся распаковкой, пидор. Если что, это... Ах, блядь. Смотри, что на обороте. Если что, это тоже локальный мем, где Илюха всегда присылает мне картиночки с Рексом, где написано «Макс, иди нахуй». Ну, как вы поняли, у нас высокая степень дружбы. Я не знаю, что внутри, но я так понимаю, это, ну, то, что он сделал своими руками, видимо, какая-то поделка. Я надеюсь, что это не говно. Но по факту, Илюха может. Как же я был близок. Что-то уже видно, но я вообще не понимаю, что это и как. Чтобы вы поняли, что там внутри, это из пластилина он сделал говно. О, да ладно. А под говном у нас... Воу, мэн. Сестрица Кейт. Ты, Лёха, нахрена ты слепил дерьмо, господи. Оу. Но, Лёха, за подгон большое спасибо. Сейчас я вам покажу, что там прислали. Смотрите, он короче, подарил мне фигурку коллекции Герц 4. Господи, это очень круто. Блин, Илюха, большой тебе респектос. На самом деле, эту фигурку я хотел купить в коллекцию дополнения к своему этому. У меня есть просто такой JD,
Теперь у меня будет Кейт. Мне очень нравится серия Герс, и он, видимо, смекнул, что можно купить фигурку. Вот так вот фигурка выглядит. Это фигурка из Gears War 4. Кейт, одна из главных персонажей, так скажем, следующей трилогии. Она самый главный персонаж Gears 5. И, Илюха, большое тебе спасибо за подгон. Это реально нежданчик. Я не ожидал, что здесь будет фигурка. Я ожидал, что здесь будет говно, не ожидал, что здесь будет фигурка. У меня, по сути, из этой же серии есть фигурка Герзы JD. То есть это, по сути, прям вот идет в мою коллекцию фигурок по Герзе. Если кто не знал, то Виджил заснял упаковку данного подарка. И мне на самом деле очень интересно, как он это все заснял и как он это сделал, поэтому переходите на его канал, я ставлю ссылочку в описании и смотрите. В общем, на этом у меня все, большое спасибо, что смотрели, большое спасибо хочу сказать Виджилу, братан, ты мой лучший друган, большое тебе спасибо за такой подгон. И ты просто дурак, что просто слепил говно, это вот как надо было, блядь, додуматься, чтобы слепить говно из пластилина и послать его там за 500 километров, это вот... В любом случае, большое спасибо, это было действительно весело, действительно неожиданно, действительно смешно. И большое спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и переходите на канал Виджила и обязательно подписывайтесь, поскольку я ему тоже отошлю какую-нибудь посылку, но не сейчас, а в дальнейшем. Что-нибудь тоже такое прикольное придумаем. Также не забывайте подписываться на канал Виджила, на мой канал, писать комментарии, ставить лайки и большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч!